Сунтара Сисайс. Это курорт на Шри-Ланке. Считается как спа-курортный отель. В нескольких минутах от реки Бентота, 60 километров от Коломбо и 100 километров от аэропорта. Для того, чтобы добраться до самого отеля, вам нужно сесть вот в такую моторную лодку или вот такой вот пришвартованный кораблик, тоже моторный, и добраться до острова, на котором находится отель Центара. Вот мы его видим как раз с пирса, куда пришвартовываются эти кораблики. И вот так вас довозят до вашего отеля Центара. Недалеко от отеля инкубационная станция Черепах. Можно также поехать на экскурсию. За нами приезжает лодка, и мы отправляемся на осмотр отеля. В результате мы едем на большом кораблики, который предназначен на 30 гостей, так как у нас 12 человек. Мы поехали не на лодке, поплыли, а на кораблике. Рядом с местом отправления лодки есть парковка. То есть, если вы на автомобиле или на мотоцикле, вы можете оставить на парковке. В принципе, она относится к самому отелю. Это отдельный остров. По всему периметру острова циркулируют лодочки. Вот наш отель Центара. Отель Центара. Мы уже приплыли. Это семейный отель, но также могут отдыхать здесь и пары. Но в основном выбирают этот отель семьи с детьми. Находится на островке Бентота. С одной стороны у нас океан, а с другой стороны у нас река. С другой стороны река, вот по которой мы как раз таки приплыли. Это сеть отелей тайская. В принципе, она по всему миру и достаточно хорошего уровня. Мы сейчас были в Тае, посетили два отеля Центара, тоже достаточно хорошего уровня. Они у меня есть, обзоры в папке Таиланд, можете посмотреть. Такая традиция для заселения большой группы или больших семей, что вам дают свечу, и вы поджигаете фитилек в знак приветствия. Зона ресепшена. Также здесь есть гастролейшн, поможет вам по любым вопросам, с которыми вы можете столкнуться. С заселением, с какой-то помощью в самом номере, с экскурсионными программами. Ну, так как у вас будет встречающая сторона, если вы бронируете с пакетным туром, то, в принципе, по всем вопросам, помимо отельного гастролейшна, вам поможет и ваш гид. В отеле есть бассейн, фитнес, Wi-Fi. Номера все оформлены в желто-зеленых тонах. 4 ресторана. Также есть один ресторан 360. Называется Seafood. Это основной ресторан. Мы его сейчас посмотрим. А, нет, это бар. Один из баров. Библиотека. Также для проживающих гостей вы можете попросить принадлежности для барбекю. Они их предоставляют.
И тут какая-то идет встреча. Это бар. И зона бассейна. Это пул-бар. И большая зона бассейна. Есть детский бассейн, здесь взрослый бассейн. И бар еще один в бассейне. Номер категории «Супериор». Здесь сейчас идет уборка, ждут гостей. Ну, потихонечку снимем. Номер с балконом. На балконе стол, два стульчика. Есть вид прямой на океан, а есть просто вид на сад. Душевая кабина, туалет. This is check-out room. Окей. Выйдем на балкон, посмотрим. Такой стол, два стула и вид на сад. Чай, кофе, чайник, мини-бар пустой, просто холодильник. Три воды для льда. Халаты, тапочки в номере я не вижу, но под запрос, скорее всего, смогут принести. Сейф. Deluxe Pool View. Душ. Здесь туалет. Диспенсеры. Большая кровать или две отдельные кровати. Ну, в принципе, интерьеры такие же, как у Супериора, только выход будет к бассейну. И здесь выход, где тут открывается. У-ху-ху. Выход к бассейну. Большой бассейн. Вот тут как раз все номера, которые выходят к бассейну. Детский бассейн чуть дальше. И основной бассейн. Есть зона на таких помостах, откуда идет вода. Бурундучки по территории бегают. У меня, кстати, почему-то была информация, что номера здесь зелено-желтых цветах. Непонятно почему, а вот бурундучок маленький. Вот-вот-вот. Вот, малыш. Вот ресторан 360. Он находится наверху с панорамой полностью 360 градусов. Как выглядят коридоры, просто покрашенные стены и двери. То есть каких-то интерьеров современных в отеле нет. Все очень простое, из натуральных материалов, дерева. Просто побеленные, покрашенные стены. И, в принципе, все. Номер категории Junior. Их можно коннектить с соседним номером. Family отличаются от Junior только кроватью. Там двухуровневая кровать для детей. Большая ванна, душ, туалет. Балкон, стол, два стула, ну, как и везде, их стандартные балконы. Вид на сад здесь. Зона. Гостиная зона. Кофемашина, чай, кофе, вода для льда. Двери закрываются с одной и со второй стороны. И еще один балкон. Центр водных видов спорта. Здесь катамаран, пляжный волейбол, бананы, виндсерф, лыжи, гидроциклы, дайвинг, каноэ, монолыжи, рыбалка. Здесь вот именно серф, доски, а с другой стороны пляжа, хотя вот здесь и гидроциклы, и банан, это все с этой стороны. Ресепшена, получается, вправо будет ювелирный магазин. Зоны отдыха,
детский клуб с 3 до 12 лет. И еще у них Е-зона есть, это для подростков. Работает с 9 до 6 вечера, с 12 до 16 лет. Там у них игровые автоматы, различные игры, видеоигры. Для детей также есть бассейн. Здесь вот зона магазинов сувениров. Вот уже начинается детский клуб. И вот Е-зона, это для подростков. Вот клуб для самых маленьких. Это зона как кинотеатр, телевизор и стульчики мягкие. И здесь у детей во время перерыва детский клуб закрывается. На ланч-брейк. Здесь различные игры. А, ну вот это Е-зона, это для подростков как раз здесь. Вот приставки и различные игры. А для самых маленьких, прям рядом, вот эта зона, где можно посмотреть телевизор, одна горка и несколько игрушек. Вот основной ресторан, работает на завтрак, обед и ужин. Веранда выходит прямо на реку. Сейчас мы зайдем туда, посмотрим. Там идет подготовка к обеду, но хотя бы одним глазком посмотрим сам ресторан. То есть есть веранда, которая выходит под открытым небом, и воздух здесь циркулирует на веранде полностью, то есть можно посидеть, если не слишком жарко, прям с видом на реку. И также есть внутри помещение кондиционируемое, то есть здесь, если сильно жарко, лучше, конечно, кушать здесь. Здесь есть тайский ресторан. Если вы берете на все включено, то у вас 50% скидка на тайский ресторан. Вот здесь немножко накрыто суп, овощи. Айгуан. Фрукты. Салаты. И основные блюда. Рис. Ну, кое-что здесь уже положили. Основное все готовится. Вот все, что вы видите вот в таких казанках, это все будет острое. Индийское питание. Не для всех оно подходит. Тайский а-ля-карт ресторан. Он работает вечерами, так как это а-ля-карт ресторан. И здесь для гостей, у кого все включено, скидка 50%. Этот ресторан по меню. На первом этаже чайный клуб, где библиотека. Здесь можно попробовать различные сорта чая. Белый, черный, зеленый, со вкусами. А вот они прям демонстрацию чая крупнолистовой. О, самовар. А самовар Дилмах. Тут, видимо, снеки. Сейчас на данный момент не работают, но в обед могут открывать. Сейчас я посмотрю, что это. А, да, вот тут сифуд. Что-то можно, они готовят тут креветки. Вот корпус. И гамак, лежаки, и через дорожку буквально вы переходите и оказываетесь на пляже. Вот это бар, столы именно бара, где проходят трансляции спортивные. Здесь реклама различных экскурсий, но экскурсии лучше брать у своих гидов, от туроператора, от кого вы приехали, потому что вы можете нарваться
может быть по цене дешевле, но неизвестно, что это будет за экскурсия, куда вас отвезут. Они будут вам обещать одно, в результате половина этого всего может не быть. Поэтому вот с этим, пожалуйста, будьте аккуратны. Вход в море плавный, песок. Здесь очень хорошая пляжная полоса, ровная. Если красный флаг, купаться ни в коем случае нельзя. Красно-желтый, ну это тоже флаг, который предупреждает определенные опасности. Но многие вот красно-желтые купаются. Широкая пляжная полоса, плавный вход, пляж песочный, мелкий песок, прям мелкий-мелкий. Между отелем и пляжем есть променад, то есть вот тук-туки едут, можно прогуляться. Красивый пляж, да? Да. Где там? Да. А, вот там если... Golden Sand Beach. Ага. Очень красивый пляж. Вот, очень красивый пляж. Дальше чуть-чуть, если проехать. Бронирование этого отеля вы можете мне писать или звонить. С радостью вас забронируем и отправим вас отдыхать в этот отель. Конечно, расскажем все нюансы, все минусы, плюсы.